Паш, поздравляем с сегодняшней победой. Вкратце, что скажешь по игре с Казанью, команда, которая действующий обладатель Кубка Гагарина, один из лидеров Востока, тем не менее, удалось вот в третьем периоде и отыграться вперед выйти. Ну, я скажу так, что мы всегда с ними играем очень упорный хоккей. Посмотрите на результаты каждого сезона. Мы постоянно в одну-две шайбы с ними бодаемся, потому что они такая команда, и мы старались играть по заданию и просто выполняли тренерскую установку, и все. Во втором периоде не было такого ощущения, что уперлись в стену и как-то взломать не получается? Ну да, тренера говорили, что надо ломать игру, стараться продолжать так же, и голы придут, и ребята молодцы, что забили в большинстве, и мы выстояли до конца и довели игру до победы. Три домашних матча сложились абсолютно по-разному. Поражение от Нижнекамска, затем трудовая победа над Торпедо. Сегодня тоже такая волевая победа. Что скажешь по этим? Ну, я скажу, что чемпионат подравнялся, и все команды более-менее стали ровные, и такой хоккей будет, я думаю, каждую игру от ножа, и надо на каждую игру выходить и работать от начала до конца. Уже в турнирную таблицу посматриваете, там, какие отрывы, на каком месте, или пока это не имеет значения? Я думаю, что надо, главное, в первую очередь смотреть на свою игру и просто стараться побеждать в каждой игре, а там уже и под конец смотреть, что да как. Ну и впереди выезд, где в том числе будет опять Питер, опять СКА. Есть шансы зацепиться за очки, на твой взгляд, что будет решающим в этих матчах? Надо просто играть свою игру и стараться показывать лучший хоккей. Вот и все. Реально сейчас? Показывать свою игру. Ну, я думаю, что подготовимся, настроимся и будем выходить и стараться выигрывать.